Всем привет, с вами Gaming Social TV, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed Odyssey. Закончили мы на том, что мы попиндели с чувачком, а взяли мы... Что с ним сделать? Поговорить надо, да? Ага. А, взяли, в общем-то, задание дополнительное, потому что тут везде 8-9 ранг, в основном 9, поэтому примерно приоритетно найти все оружие, прокачать до 10, чтобы потом уже ходить по всем остальным миссиям. Это что-то какая-то хрень. Какие-то песочные часы. Что за песочные часы? Ну-ка. Там что-то определенно происходит. Что это за шаман? Хайре, я могу чем-то помочь? Мне нужна помощь. Я слегка приврала, чтобы получить один заказ. Если честно, я не уверена, что справлюсь с этой работой. Как сильно ты завралась? Сказала командиру из Спарты, что могу потопить целый флот. Он поручил мне расправиться с пиратами и с афинянами. Ты никогда не топила корабли, так? Да, по-любому. Только один. Причем свой. Ой, косячница. Просишь потопить пару пиратских кораблей? Нужно потопить эти лодки. Все до единой. Ну, давай. Я помогу. Даю слово. Прошу, поторопись. Это все. Обман в резюме. Ай-яй-яй, нельзя обманывать. Запомните, никогда не обманывайте в своем резюме. Ох, так, это что у нас? 10 уровень. Ну, я и говорю, надо, короче, качаться, 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 еще раз качаться. Потому что, ну, никак, вообще никак ничего не получится. Урезанный рацион. Это у нас что интересное? Пойду я этого козла сейчас зарежу к херам собачьим. Чего он меня бесит? Тяну его в жопу. Вот подойдет сам ко мне, соизволит, тогда откуплюсь. Вернее, убью. Блин, на shift нажимаешь, почему-то оно не срабатывает. Усадьба. Что тут? Ёлы-палы, тут пиздец какой-то. А я ж сюда могу зайти. Здесь вроде спартанское все. И это спартанское, да? Ну, чисто в теории. Нет, это фини. Если меня тут заметят, будет плохо. Там кто-нибудь есть? Тебе показал. Кажется, ничего. Отлично. Минус один. Да, он уже 9-го левела. Ah!
подадут в суд, правильно? Ты дурак просто, что ты делаешь? Ну, сами, все, есть. Ну, изи. Прямо реально изи. Опа, нашу душу едет. Засранец. Так, сейчас покажу, как я в прошлый раз его убивал. Он, скорее всего, высокого левела. В жопу с твоим ядом. Если бы он в нас попал, дура. Ну, так как-то, короче, я его в прошлый раз убивал. Просто бегал от него, бегал луком, его убивал. Как бы я еще ядом боюсь, и как бы урона-то я мало нанесу. Хотя, ну-ка, если попробовать. Ну, слепошары, что, не видишь меня? И мы почти не сдохли, это хорошо. Ой, все вроде, больше ничего нет. Степень редкости и гравировки. Снаряжение уровней, что-то там. Так, что у нас по оружию? 7-го, 4-го. Коса. Коса даже есть. Нет, меня моя штука устраивает. Капюшон у нас есть круче. Урон, ну, в общем... По-любому берем, как говорится. Это мы гуляем, да, по-любому. На 8-й левел перегнали. Так. Раз у нас одно и то же, выбираем, что пизже смотрится. И оно все говно самое смешное. Блин, ну вот это классная броня, вообще прям. Прям четкая. Ей прям вот идет. А вот это что за дерьмо? Вот что это? На пацанку прям реально похоже. Фу-фу-фу. Так, ботики у нас есть 8-го. И все, переодеваем 8-го. Что делать-то? Так, наручи у нас нету. Стоим. Небольшой мешочек с деньгами. Небольшой прям мешочек с деньгами. А что у нас? Печать стента. Так, у нас еще есть меню охотников. Исидора, кипящая кровь. Мы ее убили только что. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Чем ниже ранг, я так понимаю, тем они сильнее, да?
И тут самый такой пиздюк. Ну где здесь? А, далеко просто. Просто далеко. Так, сейчас мы наберем везде квесты. Фигня, надо бы чем-то заняться, правильно? Лазутчик Стентера. И у него... Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистия? Быть может, ты что-то знаешь? Радуйся, что я не знаю. Я друг, братан. Я мастер своего дела и друг. И что это значит? Будь я замешана, догадалась бы замести следы. Ха-ха-ха, верно. Тот, кто это сделал, дурак и наглец. Бросит тела и повозки у всех на виду. Или это предупреждение. Меня прислал Стентер. Я хочу предложить свою помощь. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинян такой стойкости, но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Определенно. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили всех до одного. Разбойники бы не справились. Определенно. Почему бы не полутаться? Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно отчитаться. Нахуя? Ну ладно, давай отчитаемся. Афинине постарались? Я нашла осколки зеленого кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Ну да, ныкаться есть где. Вот что подсказывает мне чутье. Что-то не сходится. В чем дело? Здесь нет тел. По крайней мере, тел нападавших. Афини не забрали бы повозки своих мертвых, а разбойники бросили бы все. Но кто тогда? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Надо сначала просто подумать. Бы еще там. Откройте карту. Тут, кстати, одна единственная точка с орлом. Больше нету. Силен, безжалостный. Уровень 10. Защита его собственного дома в городе. Тут город, кстати. Надо вот этого козла убить. Он все нанимает на меня. Они. Я их там нашла, дура. Как ты это вообще сделала? Где-то рядом готовят еду. Зеленого кристалла. Ни хера в этом толкового нету. Тут надо найти сокровище. Я его и профукал благополучно. Стоит там, прибеднившись. Все. Терея, могила Терея. Всего стыжили. Так, теперь сюда. В общем, начинаем качаться по полной.
Можно принять участие в вашем собрании? Что? Что ты? Прошу, уходи! Харри, какая-то знакомая. Ну, я прошла путем, в начале которого были трупы спартанцев и украденные припасы, а в конце вы с этими припасами, укрывшиеся в пещере. Мы забрали еду, только и всего. Объяснитесь. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Кто ты? Объяснитесь. Ой. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров. Хороший пример для детей. Лючий. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали. Мести сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Хм. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы невиновны. Герканос велел нам забрать еду и обещал все устроить. Герканос? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Хм. Хватит! Я не разговаривать пришла. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Ну, бля, ну жестко будет, жестко, конечно. Но они, по сути, враги. Блин, ну мирных я не убиваю. Отойдите! Я не хочу вас убивать. Я должна вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Ой. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Новую спиздите. Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Жулик, не воруй. Да, больше не воруй. Блять, так взяли они тебя и послушали. Ох. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну. Я тоже возьму все, что смогу, и пойду поступать. Что у вас еще есть? Что, ничего интересного прям? Ага, говорю же, что-то есть по-любому. Как это у них, да ничего и нету. Был бы обман чистой воды. Блин, ты чё? Вон что-то еще что-то. Ни хера там джекпот, блин. Сразу несколько. Че, еще один? Серьезно? Капец, сколько их там. Стрел нахер не хватит. Че у нас там по стрелам? Что-то я не увидел, что здесь пополнили, там можно. Ну чё, где ты там? Снулся? Обиделся? Козлина. Иди сюда, говорю. Ты куда пошел? Вот обиженка. Нашла виновных. Я нашла ваши припасы и голодных мегарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от афинян.
Голодные мигарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышала наемники по имени Герканос? Герканос? Да, ходят слухи, что он работает на Афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справилась, но для защитницы Спарты есть еще задание. Ну, убей Герканоса. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Герканос, как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Даже не знаю. Ну, давай. Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О, да. Представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от Афинин. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Пиздец, диалоги настолько муторные, это жесть какая-то. Вот диалоги. Нахуя мне такой шлем интересный? Ужас. Кто это носить будет? Фу. Одень обратно капюшон. Фу-фу-фу. Не смотрится ж прям вообще. Вот, насколько у меня со вкусом проблемы. Нужен новый наемник. Ну иди сюда. Еще одного. Жахни. Вон он, наемник, да? Больше выпендриваюсь. Шестого? Мне интересно. Мне меч нахер седьмого. Урон войны у него по афинским солдатам. Не особо круто. Пока оставим его. Хотя его потом докачать можно до восьмого и будет мне счастье. Так. Задание. У нас там задание, я так уверен, да? Ух! 25, 18. Обман в резюме. Потопить пиратские корабли. 5 штук. Ваша Одиссея. Эленор сделала вам подозрительное щедрое предложение. Плату не дать волку из Спарты победить Афинин в Мидгарде. Почему никому не известно? Чего? А. Ваша Одиссея, понятно, типа где я, где мой рассказ ведется. Туруру. Ага, это, короче, задание, которое по времени идут, все понятно, я все помню. Ну, туда мы точно не попремся, ибо все плохо. Ибо меня этот козел достал, и я сейчас побегу убивать. Надоело мне этих наемников убивать. Хотя, в принципе, меня они особо не мешают. Это спартанцы или афинины? Что из интересных интересов. Да, они меня... Трогать будешь? Не будем. Все нормально. Мы с ними, значит, потом разберемся. Так, ну, сокровища заберу сразу.
Пойдем. О, это был не я. Да ладно, это кто, этот что ли, пиздюк? Да, точно. Что там за дороги, какие-то перекрестия? Что это за х? Это за мой там корабль, да, стоит, по-любому. Какие-то транспортные пути получается, узел какой-то. Опять. Хайре, тебе пригодится помощь наемницы? Эй, ты ведь ходишь с Варнавой на Адрастее? Откуда ты знаешь? Я тоже с ним плавал, пока один пират не ударил меня в спину. Теперь я едва могу стоять. Ты и заняла мое место. Мне жаль. Я тебе искренне сочувствую. Не знала, что заняла чье-то место. Я мечтал, что однажды выйду в море с моим сыном. Но теперь даже не могу заготовить древесину, чтобы построить для него филуку. Хочешь, чтобы я дала тебе денег? Древесину. Любые деньги будут, кстати. Ну, держи. Держи. Это тебе. Все? Задание выполнено. Какое-то задание выполнил. Как его выполнил? Зачем его выполнил? Я, может, что-то не знаю просто. Оригинально. Оригинально? Я вам серьезно говорю. Оригинальнее некуда. У меня есть задание. Оно не сюжетное. Но за него дают экспу и деньги. Поэтому мы идем в любой. Нам куда хоть? Потопите пиратские корабли. Найти бы эти пиратские корабли еще. Где я тебе найду эти пиратские корабли? Умник, мать его. Все-таки умный я не могу просто. Ух ты. Это гробница, мать его. Я 100% уверен. И оно относится вот к 9.13. Блин, по-любому туда надо. Это вот 100%. Гробница это хорошо обычно. Ладно, тогда я пойду вот сюда и пойду козла этого убью, который мне уже достал. Лошадь-то со мной? Определенно со мной. Ах ты мой. Ах ты мой козел. Все, поехали отсюда. Собаки тоже имеют свойство нападать. Так, спартанцы нас не трогают. Мы типа у них в авторитете. А вот Афин нас трогает. Еще и как трогают, аж прикасаются. Не, ну тут она жестко, она втирается в доверие. Вот что я искала. Это вор. Вор чего, блядь? Крепость. Вот тут сейчас, наверное, развлекаться будем. Сейчас мы будем минут 10 долбить крепость.
Где? Сейчас туда и пойдем, наверное. Может, это будет нам проще. Да? Поехали. Потом опять вода, думаю, на писец какой-то. Хотя тут сыровато, мать его. Тут наверняка есть охрана. Уничтожение припасов. Используйте факел, удержите ТЛ и выпустите горящую стрелу. Я тебя понял. Так, убейте полимарха. Полимарха, чего? Убейте капитана, сожгите припасы, заберите сокровища. 5 сокровищ, мать его. Я говорю, мы сейчас минут 10 будем убить. Крепость Герания неприступна. Здесь афиняне хранят свои сокровища. Икар поможет мне в поисках. Да, не парься сейчас. Где, мать его, сокровища? Как всегда, все по стелсу. Отслеживание задания. Что-то там убийство кого-то там. Я украсть могу? Да блин, сжечь ее надо по-любому. Еще одна брешь в обороне афинян. Так, одно сожег я. Одно сжег же. Фиг. А, хувь. Ну понятно. Ладно, полезно. А это, видать, бонусом было. Всех мы точно не переберем, но у нас есть как бы смысл действовать аккуратнее. У них что, фетиш на мишку? Надо забрать сокровище и уйти. Как долго она разграбывает. Если афинским солдатам не платить, они поумерят пыл. Что поумерят? Ни хрена себе, там 200 драхм всего. Не смотреть. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас все будет. Сказал, все будет. Вы меня еще сомневаетесь. Ой. Ну что? Что-то тоже есть. Мешочек с двумя драхмами. Всю жизнь, мать его, мечтал. Так. Я вижу мишку. По заданию нам надо еще сделать какого-то козла убить. В кустике.
Крепость. Вот у нас еще один. Четко. Вот, давай потихонечку будем. У нас там как раз наемник, который нас... Я пробел не нажимал. Ну, писец. Теперь, оказывается, просто можно пробел shift, а теперь, вот тебе и прыжок вверх. Раньше пробел хотя бы учитывался. Ну что, я, в общем-то, и говорил, что на 10 минут, наверное, что-то делать занятие, ибо я в этом деле скрупулезный. В Origins самое долгое, на чем я залипал, это вот как раз было... Я кого-то видел. Ну, круто. Может, расскажешь, кого? Мне очень интересно. Отлично. Включу. Понятно. Так. Факелы бесконечные, сколько я помню. Это вообще беспалевный такой, я сам себя в шоке. Моя беспалевность зашкаливает. Определенно. Этого козла в любом случае убить надо. Так, пока тот ходит, мы быстренько убьем вот этого, то он нам определенно помешает. Клыки рыси. Куда у него клыки рыси? Нам это не поможет. Блин, нам и то не поможет. Он нас спалит сразу же. Или нет? Вот тут у нас точно спалит. Что там происходит? Тут ничего. Я схожу с ума. Ладно. Пробуем. Вот этот чувак. О, все, и хрен тебе больше не заказывают, засранцы. Тут гоняются там за мной всякие. Из-за таких, как он. Так. Ну, осталось только всякой хренью позаниматься, типа вот. Меня не спалил. Ну, ладно. Ты кого-то убил, кстати. Бляха-муха. Вот так. Хрен моржовый. Так. Да мы почти доубивали уже. Это, может, соберешь? Спасибо. Так, что у нас осталось? У нас осталось сжечь припасы еще две штуки. Только один человек умеет так убивать. Кто? Наш наем. Да, есть такое, есть. Козел, сука. Его по-любому надо поднимать. Значит, еще поднимет бунт. Фиг знает, умеет он тут поднимать бунт, нет? Так. Целимся. Накидываем. Куда вы все беретесь-то здесь, а? Понять не могу. Крысы, главное, из ниоткуда.
А вот есть тебе нас поменять? Нас уже ищут. Это уже не есть хорошо. Нари. А он, кстати, для нас сильный. Это усиленный, что ли? Когда оружие 6 левела, а противник 8, круто. Девятый, ладно. Допустим. Так, и нам осталось сжечь сокровища. Вот эти вот, к примеру. Так, ну и найти надо сокровища. Я вижу только 2 сундука, а нам надо 3. Где-то на 53. Зеленый. Вот. Все, блин, у меня привычка на Alt зажимать, чтобы прыгнуть. Вот. Блин, а верхушки по-любому снимать, они мне потом будут касаться. Того пиздяка по-любому надо снимать. Не там ты убиваешь, совершенно не там. Теперь понесли его. Просто не спалили за тебя. Вот сюда вот. Типа спустился и упал. Вообще не подозрительно, никаким образом. Что она делает? Тут что это такое? А, это на типа это. Так, ох, они меня ищут, да, вообще смотрю. Сейчас огонь сигнальный зажжет, скорее всего. Если он так сделает, я за ним выдвинулся уже. Нет, в принципе, мы можем куда гуманнее. В теории. Так, что-то пепельный лук нам выпал. Давайте сразу поменяем. Пепельный лук. Так, урон убийца. Меня этот больше устраивает. И выглядим почетче. Тут у нас что? Ничего путнего. Дубина. На дубинку больше похоже. Так. Ну и шлем. На Давакина похож. Везде плагиат. Урон убийца. Так, что у нас по ботикам? Тапочки. Прям реальные тапочки. Так, ладно, пока меня не увидели. Меня не могли увидеть. Охота на разбойника. Так, и давайте подпортим. Чтобы они херню не страдали, но... Давай, давай, спускайся. Так, где у нас еще один? Малака! Я же горю! Хорошо, это не взрывающийся. Не
Так, где у нас еще один? Где-то здесь, да? Вон он. Отлично. Перебираемся по этой штуке. Региона падает. Ну, это хорошо. Блин, там был я, и главное, ни хера не сделал. Потому что вот в таких маленьких шкатулочках мать лежит. Все, мы все выполнили. Я вас поздравляю. Мы всю крепость херанили. Мы красавчики. Можно отсюда сваливать. Ой, тяжело было, тяжело, однако. Однако мы потратили на целых, на это, целых, наверное, минут 15, если не все 20. Многим эта хрень не нравится, ну, а мне эта хрень посредственно. Кадриновином внезапно разблокирован, новая гравировка. Всё, здесь бдительные стражники. Ну, нормальные стражники, что-то начинаешь. Все хорошо. Главное же не паниковать. Так, ну что, мы с вами зачистили. Почти уронили все в хлам вообще, насколько это можно. Знамя теперь не охотятся, это уже хорошо. Так, на 10-м, надеюсь, поставим это. Хотя настолько хрень вот эта броня. Она мне не нравится. Так, ну что-то я прям вот прям меня уже затянуло, вот прям пиздец. Отравление длится на 4 секунды дольше. Блин, флешку я слегка не понял. Сокрушительный выстрел. Выпускается кровожадную стрелу, которая наносит 200 охотнику, убивается при полном мощности стихии при использовании горя. Станьте мастером парализующих стрел. Ну, по убийствам там вроде. Соберите. Ну, короче, давайте вот это. Ваем. Так, наемники. Чем в наемниках? А, ну мы двоих из ранга 9 убили. И одного. Ёлы, палы, моталы. Козёл. Одним словом. Ой, в общем, с вами был Gaming Social TV. А именно я, Винультра. Прощаюсь на этой... На этом охрененном закате. Короче, на этой охеренной картинке на высоком качестве. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Все ссылочки будут в описании. Также будет ссылочка на плейлист тоже в описании. До новой серии. Пока-пока.